Почти 90 литров элитного алкоголя изъяли минские оперативники в квартире у столичного студента. Видимо, в свободное от учебы время предприимчивый парень продавал коньяки, бурбон и виски. Дорогое спиртное производство Евросоюза. Это подтверждают и акцизные марки. Рекламу парень размещал в социальных сетях. При проведении контрольной закупки сотрудниками был задержан нечистый на руку продавец. У него отсутствовали документы, подтверждающие легальность приобретения и ввоза продукции на территорию страны, а также отсутствовали документы, а именно лицензия, разрешающая осуществлять указанный вид деятельности. Сейчас по данному факту проводится проверка. Известно, что 3 года назад налоговая уже изымала спиртное у студента. Если в суде удастся доказать, что все это время парень занимался нелегальной торговлей, ему грозит крупный штраф.